Белградская крепость. 29 августа 1521 года. Убери этот трон неверного. Хан гор и морей, великий султан Сулейман! Не бойтесь. Турки никогда не поднимут руку на поверженных. Белград отныне османская земля. А я ваш правитель. Султан Сулейман несет вам справедливость. Присягните мне на верность, станьте моими подданными. И будете жить в достатке и изобилии. Бери, Паша. Приказываю год не собирать здесь налоги. И выдать из османской казны 2 миллиона акче. На ремонт города. Немедленно начать строить мечеть и школу при ней. Провести перепись жителей города и окраин. Переселить в город всех, кто желает этого. Балибей станет губернатором Белграда и Смедерева. Он будет моим наместником. Да будет так. Оповестите всех. Спасибо, что сообщили о нашей победе, Ляла-паша. Слава Аллаху, он услышал мои молитвы. Мой сын принесет много побед империи. Госпожа, это великая победа султана. Ведь король Лаеш бежал, он скрывается. Известите всех, пусть начнется праздник. А мы подготовим к приезду нашего властителя роскошный прием. Не беспокойтесь, Валиде Султан. Вы... позволите задать вам один вопрос. Махдум-бей переживает, как здоровье вашей наложницы. Ведь она давно болеет. Бедняга влюбился с первого взгляда. Что делать? Ее положение тяжелое. И выздоровление сомнительно. Неужели? Ох, ох. Бедняжка, так молода. Расти, сынок, расти. Хюрем, а если у тебя дочка, что же тогда будет? Это будет мальчик, я знаю. У меня сын. Как его отец, он султаном будет, королем станет. И он все для меня сделает.
не слоняйтесь без дела, идите все вниз. Портниха уже ждет. Я сейчас приду. Хюрем Хатун. Хюрем Хатун. Хюрем Хатун, идем-ка. Куда мы идем? У нас дело есть. Я беременна. Работать не буду. Хюрем Хатун, я говорю, идем. Тебе ж на благо. Что? Мне на благо? Обещай, что плохо не будет. Не будет, идем, порадуешься. Идем. О, это шелк из Бурсы. Я хочу этот шелк. Этот цвет тебе не идет. А мне идет, не отдам. Мне понравилось. Тихо, голова от вас болит. Я всем сошью. О, Хюрем Хатун, надо же, как живот вырос. Все наряды уже малы. Хюрем Хатун, выбери себе ткань. Тебе сразу сошьют платье. Не нравится. Не для меня. Нигер Калфа. В моем сундуке ткани, что мне султан подарил. А такое вот. Я не надену. Где лучший шелк для семьи султана? Убери это. Убери с моей дороги это убожество, недостойное моего султана. Все убожество гарема моего султана уйдет. Останется только красота. Старый дворец полон таких, как ты. Тебе там самое место. Как может уйти из дворца мать наследника? С чего ты взяла, что у тебя будет сын? Я знаю. У меня будет сын. Потом снова будет сын. Потом снова сын. И снова будет сын. Да пошлет Аллах тебе смерть. Сказала, придает легкость. Я накапала несколько капель. Если выпить много, можно умереть. Мустафа! Может, мы все-таки сыграем? На что? Ты уже проиграл, Матракчи. Не знаешь, на что сыграть. Смотри, заберу кинжал. Нет, не отдам. Подарок султана. Я знаю, поэтому и сказал. Хранитель покоев. Прибыл гонец с письмами. Отдай мне, султан занят, я позже передам. Вам тоже письмо, эфенди. Иди. Ладно, я согласен, эфенди. Но в обмен на мой кинжал ты прочтешь мне письмо.
Нет, найди другого для игры. Да, я тоже передумал играть. Иди найди другого, Матракчи. Ну что, нет бойца со мной сразиться? Я много денег не возьму. Ни свет солнца, ни звезды в ночи не исцелят моего израненного сердца. Месяц стал луной, стал не раз, а тебя все нет. Мраморная терраса холодна, темна, ждет своего хозяина. Я просыпаюсь в слезах, услышав во сне скрипку. Я молюсь до утреннего азана Аллаху. Господи, храни мою луну, мою звезду, не дай тьме восторжествовать. Укажи путь воинам, чтобы они быстрее вернулись к тем, кто льет по ним слезы. Я вверяю себя тебе. Не забывай меня. Во дворце есть хорошие новости. Хюрем Хатун беременна. Слава Аллаху, я снова стану тетей. Хюрем беременна. Добилась своего эта рабыня. Вот эти ткани. Красивые, благородные. Я достойна их. Не придержишь язык, тебе конец, Хюрем Хатун. Махедевран Султан злится. Она так закипела. Так закипела. Я испугалась, что она надает тебе по щекам. Не бойся. Она меня не тронет. Султан Сулейман мой. Шехзаде мой. Я рожу сына. А если беда? Если девочка? Да в жизни все, что угодно может произойти. Не над всем мы властны. Аллаха о милости проси. Красиво? Ты готов, Джалель-заде? Я готов. Первое письмо о победе после смерти султана Селим-хана. Иншалла, много еще будет таких. Пиши. Тогда, когда вы получите этот указ, вы узнаете, что я пошел через Венгрию, дабы выполнить священный долг войны против неверных. Проделав долгий путь, я уже вошел в их страну. Белград – это крепость. Она простирается от самого дна моря до самой северной звезды на небесах. Такая мощная крепость не может быть рукотворной. Но с помощью Аллаха ее стены пали перед падишахом. Бесстрашные воины-янычары взошли на вершину этой крепости. Неверный враг повержен. Сердца горожан наполнили запахи розового сада ислама. Нигер Калфа, не могу. Я плохо играю.
Пробуй, получится. Не ленись. Это война. Сейчас придут. Тише, не бойтесь. Это в честь нашего падишаха. Он взял Белград. Мы выиграли войну. Он едет. Мой господин, мой султан едет. Был установлен шариат и введены в силу все основы нашего законодательства. На совете я совещался с беями и визирями и отдал приказ армии вернуться в столицу до наступления холодов. Повелитель, донесение написано в сентябре 1521 года в военном лагере Белграда. Все верно, Джалель-Заде. Можешь удалиться. Повелитель, из столицы пришли документы и письма. Документы из казначейства, а также письмо от Хюрем-Хатун. С документами позже. Дай письмо от Хюрем. Мой великий султан, пристань счастья моего. Рабыня Хюрем в тоске преклоняет голову перед землей, по которой выступали. Султан, счастья моего, пламя разлуки обжигает мне сердце. Государь, есть еще одна благая весть. Хюрем Хатун беременна. Но здесь об этом нет ни слова. Я получил послание из гарема. Дай бог появится здоровый Шахзаде. О, Аллах! Сегодня ты опять осчастливил раба своего. Прикажете палить из пушек? Да, пусть палят, Ибрагим. Дворец в Буде. Османы испугались идти на Буду. Султан Сулейман в спешке убирается с наших земель. Я благодарен за оборону своим благородным рыцарям. Господин, возможно, я стал хуже слышать. Я стар, но не слеп. Я вижу, нет никакой победы. Белград захвачен. Это важная крепость и город. Наш народ и церковь вынуждены смириться с этим. Это ли победа? Кардинал Поль. Вы смеете утверждать, что я обманываю? Господин, моя церковь против лжи. Ложь – страшный грех. Дворец в Ватикане. Султан Сулейман осуществил то, что целый век не могли сделать его предки. Лаиш не воспринял всерьез наши предупреждения и совершил ошибку. Венгрию поделили изнутри, мусульмане уже в Европе. Все должны извлечь урок. Армия возвращается. Если Сулейман не зашел в Буду и не сверг Лаиша, это вовсе не значит, что война окончена. Закончится зима, и весной он снова придет. Будьте готовы, эта война окончится еще очень нескоро. Султан Сулейман, хвала тебе! Султан Сулейман, хвала тебе! Да приумножатся победы! Султан Сулейман, хвала тебе! Да приумножатся победы! Иди ко мне, обниму тебя, золотой мой. Мой папа и там стал султаном, да? Твой отец семи вселенных султан. Хатидже, я тоже буду сражаться, тоже буду брать крепости. Будешь, Шахзаде.
Мустафа, не надо так скакать! А то вспотеешь! Умница, Махидевран. Ты проявила зрелость и ум. Не ругайся с Хюрем. Тебе это не идет. Все благодаря вам. Вы меня наставили на правильный путь. Я извлекла уроки в Лиде. Спасибо вам. Два месяца спустя. Октября 1521 года. Шахзаде, сынок, приехал он, увидит нас, иншалла. А если нет? Не призовет в свои покои. Мустафу и его мать увидит и все забудет. Нет, нет. Нельзя. Правда? Ты есть, я есть, и мы войдем в семью султана. Ну, не дерись, спокойно. Ты меня услышал, сынок. Отец приехал. Мустафа! Сынок. Мустафа. Валиде. Любимый сын, мой правитель, добро пожаловать. Хюрем Хатун ждет ребенка. Я знаю, Валиде, и я счастлив. Знаешь, твои шпионы не дремлют. Хатидже, улыбнись, я вернулся целый, невредим. Мустафа. Вернись и закрой дверь. Мне бы хоть взглянуть. Увидеть, как он идет. Я его лица еще не видела. Прежде чем увидеть тебя, султан пошел к своей семье. К Валиде султан, Хатидже султан. И ту женщину уже увидел? Конечно, увидел. Она его супруга, член его семьи. А я кто?
Я не жена султана Сулеймана. Ты роди ему наследника. Тогда и войдешь в семью. Я рожу. Увидишь. Я рожу ему сына. Шах, ты меня любишь? А как же иначе, госпожа? Конечно. Ты все для меня сделаешь. Я умру за вас. Я хочу не твоей смерти. Хюрем пусть умрет. Ты сказала, эти капли могут убить. Возьми их. Подольешь ей в еду. Она умрет. Пусть не доживет до утра. Но как я это сделаю, госпожа? Мне запрещен вход в покой султана. Придумай сама. Подкупи, обмани. Сделаешь, проси, что хочешь. Хранитель покоев Ибрагимага. Хатидже Султан придет в Инжировый сад. Она передала это. Скажи своей госпоже, я непременно буду. Сюмбюляга! Пусть Хюрем Хатун собирается. Слушаюсь, эфенди. Я сам приведу ее, можете не беспокоиться.